Всем привет! Сегодня 11 апреля. У нас каникулы. Будь здоров! У меня отпуск, и мы едем гулять в Коломну, город Коломна. Что будем смотреть, будем показывать и вам. Сняли баньку на пару часов. Уютненько. Помещение нормальное. Мама. Да. А ты в поделку пойдешь? Пойду. Мама. А ты мне потом скажешь, тебе было просто жарко или невероятно? А ты со мной пойдешь? Нет. Ну, здесь душевая. На два персоны. Бассейн. Очень большой. И парилочка. Наверное, сначала в парилку надо. Почему? Попариться, потом в прохладную воду. Плюх. Я не хочу. И готов. Сидят грибы. Ну, слушай, здесь даже комфортно. Ну, здорово. Ну, минутку посижу. Ну, посиди. А? Не надо! Не закрывай, мам! Вообще, по идее, надо бы. Не надо бы. Ну, наоборот, пропариться. Там потеть надо. Я не хочу. Все? Жара. Да, сынок? А? Решил покушать, говорю. Напарились мы, да, сынок? Ой. Напарились с тобой? Yes, no, I don't. Чуть-чуть побрызгались в бассейне. No, I don't. Вот, такие дела. Папка у нас в парилке. Мы прибыли на место, где будем гулять. Где гуляли в прошлый раз. Видео, по-моему, выкладывали. Что, идем фоткаться? Нет. Ну, хоть пара кадриков. А мы сегодня были. Мы были. Ты помнишь? Да, что-то не знаю.
Да что-то я не знаю. Ну, вроде да. Музей органической культуры. Вашему вниманию. А, вон там. Где? Я вспомнил, что тут асфальт. А как ты сказала? Музей органической культуры. А я посажу себе органических. Такой домик старенький, ворота такие интересные. Мне кажется, я в прошлый раз тоже воротом восхищалась, да? Музей традиции. Музей традиции. Интересно. Тут Дима. Почему Дима? Кто такой Дима? Загуглить надо, вон там же есть этот штрих-код. Идем дальше. Вот тоже красивый зеленый диван. Серьезно? Наверное, выходные надо сюда, да, приходить. Почему открыта дверь? Ага. Снаряды. Это что за она бомба? Бомба. Сбрасываем ее. А ну иди, я тебя на лавочке сфотографирую. Видишь, Анна? Не, везде сфотографирую. С музеями мы обломались. Оказывается, нужна предварительная запись. Мы не подготовились. Поэтому немножко здесь походим и поедем на дачу. Сейчас за магазин дойдем, купим, что надо, и домой. Не знаю, сейчас посмотрим. Может, что интересное увидим. Вань, пойдем с тобой качаемся. А, вот с патефонами. А ну, пойдем. Не знаю. Посмотрите. 200 рублей с человеком. А сейчас можно? Нет, предварительная запись. Не везет. Вань, смотри, мармелад, мишки. Не хочешь? Пряники. Пастила. Чего только нету. Какая милашня. Футляры до очков. Милейшие. Поменьше, ты будешь симпатичнее. Папа! Где?
Какая сумка интересная. Красиво, правда? Интересно. Необычно. Ежегодник, смотри, такой. Ежегодник. А, смотри. Пластинки. Ванечка, смотри, Буратино. А это что? Ну, я так понимаю, музыкальные пластинки. Ага. Как раз таки для граммофонов. А ты ничего не замечаешь? Магнитофон. Кот в сапогах. Царена, лягушка. 600 рублей. Кот в сапогах? Ага. Монитор или это телек, я не помню. Где? Монитор, наверное. Это телек скорее, да. Да. Мам, это такой фотоаппарат. Да. А вот такой. Мне вот понравились вот эти вот. Это плитка. Посмотри, какая необычная. Вот как надо было сказать, у меня это всегда красиво. Ну тут их много всяких. И всегда. Очень необычно. Мама, а такую как бы знаешь? Да, у нас какая-то дома даже лежит, одна из старых. Мама. А то, кстати, можно сюда привезти. Вот еще плитка. Все. Обалдеть. Я думаю, она не продается. А я думаю, продается. Пойди спроси у тети, скажи, а печатная машинка продается, которая на стене? Идите спроси, не стесняйся. Вот еще есть. Ну, что-то мне кажется, что это для декора. В общем, я поняла смысл своей поездки в Коломну. Мне не столько нужна была экскурсия, сколько скупить всякой ерунды. Но одно мне очень нравится. Я купила себе мантию из льна. Я счастлива. Ну, нормально себе не погуляли. Пошли?
поешь? Мы приехали домой, купили гостинцы для папы, Вики, ну и Вани. Такие вот штучки. Пряники с надписью «Коломна». Еще заходили в типа магазин, как бы, который я снимала в предыдущем. В общем, купила вот такие ретро-открытки. Тех еще времен старые, типа в магазин барахолки. Вот. Мясо на шашлык. Сейчас будем шашлычок варить. Йогурт натуральный. И сыры где-то с колбасами тоже. Ой, фермерские. А, ты уже холодильник убрал? А ну, открой, посмотрим. Сыр? Да, какой-то очень супер вкусный сыр купили. Колбаса. Или печатная. Фермерский. Очень вкусный, прям как я люблю. А это, да, колбаска там. Такая, как ветчина. Там прям мясо. А не какие-то субпродукты. Слайма. Медовуха. А я что сказала? В общем. Вот. Что-то решили слаймом набрать. Будем пробовать. Ой, мы вышли с шашлыки жарить. А чё с ним? Почему оно так? Классный костер. Такой прям необычный. Ой, правда. Правда, можно коптить. В общем, вот. Такие у нас дачные дела. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now.